Тепленько, да? Да, 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 не холодно. Замерзла, замерзла обезьяна. Смея, я раздеваться не буду, я так пойду. А кому ты нужен, чтобы ты раздевался? Нет, зато Санек теперь понял, что такое ждать одному. Ничего, ничего, не спеши, не спеши. Не разгоняйтесь здесь, главное. Хоть не разгоняйся, потихоньку. Гардеробчик сворачиваем. Профессионально, нет? Супер! Запутались фотоаппаратом. Женя, у него есть привычка вот так оставлять. Ну что ты? Ну все, расходитесь, я вам не будет.
А еще назад как даст? Она вот забрать. Вот дает отдать. Ты ее туда раз, она туда вроде пошло, и только назад. Да. Бах! И обычно паскует. Да? Тебе надо минут 40 подождать, пока будет. Привет. Я уже взял здесь пол мороженого. Откуда мороженое? А, вот. Да, мы с ним дрались. Так, мелочить не буду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, семь. Такие голодные мужики после такого. В общем, короче, вот так вот. Каждому сразу даю. Владик. Настроение улучшилось, сразу захотелось больше. Ну, батенька, извини. Мне хотелось именно сейчас. Я заказал, но вы что уже? У него на прилавке стоит, значит, вот такой вот поросенок. Знаешь, кабанчик такой. Как вылитый настоящий, мини. Берешь его вот так вот, делаешь, и он так вот. Ну, давайте. А, еще не взяли. Миша, а ты что заказал? Давай я там не половину. У меня пустой стакан тяжелее, чем все ваши. Даже полный.